Звук «В» в этом имени заставляет человека сначала тщательно планировать свое будущее, а затем биться за выполнение своей фантазии. Для представителей этого имени основной планетой является Юпитер, могущественного бога по древней мифологии и самый большой из планет Солнечной системы. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры и тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Звук «К» в имени твердый и колкий, при звучании настораживает, вызывает напряжение. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Звук «В» в этом имени связывает с коммуникабельностью и способностью к творчеству. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Человек с этим именем наделен большой духовностью, стремлением к возвышенным чувствам, ко всему прекрасному. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Буква «К» в имени указывает на большую твердость, бронебойность. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Цифра владельца этого имени, число 3, является первым числом в так называемом главном числовом ряду от 3 до 9. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Люди с таким именем привлекают внимание своими творческими дарованиями, их личное обаяние открывает перед ними все двери, закрытые для остальных. Им как воздух требуется впечатление, возможно, застенчивость. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.